Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметі жұмысымызды бастаймыз. Уважаемые коллеги, сегодня в центре нашего внимания тема повышения прозрачности и внедрения международной системы стандартов и отчетности в сфере недропользования. Позвольте представить наших гостей, председателя комитета геологии и недропользования Базарбай Канаевич Нурабаев, исполнительный директор ассоциации КЗРС Сауле Бахтияровна Уразаева и заместитель председателя исполнительного комитета профессионального объединения независимых экспертов недр Георгий Георгиевич Фрейман. Уважаемые гости, добро пожаловать. И Базарбай Канаевич, пожалуйста, вам первое слово. Саламатсыздар ма, хурметті әріптестер, саламатсыздар ма, журналистер. Мемлекет басшысының Қазақстанның 2050 стратегиясындағы халыққа жолдауында біздің мына табиғи ресурстарды басқарудың жаңа түрін енгізу керектігін міндеттеген болатын. Соған байланысты өздеріңіз білетіндей 100 қадам нақты қадамды бекітілді. Оның ішінде 74-ші қадам ол жаңағы криска және көмірсутегі шикізаттарының халықаралық стандарттарына өткізу жөнінде және жер қойнауын пайдаланудың ашықтығы мен оның болжамдығын арттыру мәселелері тұрған. Енді өздеріңіз білетіндей мына минералды шикізат қорына инвестициялар жасау үшін біздің мына барлық халықаралық стандартқа өткен қорларымыз, есептеріміз ол сәйкестендірілмеген. Соған байланысты инвестиция тартудың бір жағы факторларының бірі болып есептелініп отыр. Ал біз осы Қазақстанда мемлекет қорларының есеп намасы, біздерде мына мемлекет заңы бар, жер қойнауын пайдаланудың. Сол заңның шеңберінде мемлекеттік комиссия сол қорларды қарап, әр қордың есебін жете бағалап, есептеп, және олардың барлау өндіру кезіндегі әдістемелерінің барлығын салыстыра отырып, мемлекет тарапынан минерал шикізат көлемін арттыру есебінде сол мемлекет мүддесін қорғап қарап отырады. Және де ол біздің хаттаманың байланысты мемлекет комиссияның шығарған қорлар жөнінде. Сол қаттамаға байланысты ол салық есептерді сол арқылы жүргізіліп отырады. Алайда осы шикізат көздеріне толығырақ көбірек инвестиция тарту үшін біздің көптеген мекемелеріміз, жер қойнауын пайдаланушы мекемелер, компаниялар әрине биржаларға шығады, несие алады, не болмаса IPO-ға шығады. Сонда оған шығу үшін олардың талаптарын орындауға тура келеді. Ол талаптары халықаралық стандарттар мен барлық құжаттарын және жобаларын дайындау керек. Соған байланысты ол шетелдік құзыреті бар тәуелсіз эксперттерді шақырып, соған осы өздерінің құжаттарын дайындайды, есепнамаларын дайындайды және жобаларын дайындайды. Сөйтіп банкілерге, биржаларға соны өткізеді. Ол әрине қосымша шығымды талап етеді. Біздің өзің ұлттық жағы аудиторларымыздың жоқтығына байланысты қалқаралық дәрежедегі есептелінген. Сондықтан да қазіргі осы тау-кен өндірісінде көмірші сутегі шикізаттарын өндіру кездеріндегі азап қиыншылықтар бар әрине. Соған байланысты өздеріңіз білесіздер, мына барлау жұмыстары өте қаражатты көп талап ететін, инвестордың сенімдігін арттыру керек, өйткені ол неге салып атқанын білу керек, қандай қаражатты, және оның қайтарымында ол есептеп өздеріне толық сенімділігін арттыру керек, ол жаңа инвестицияны көбірек жұмсау үшін. Бүгін таңда осыған байланысты бүгін таңда мына криска дейміз, халықаралық дәрежедегі стандарттар қорының комитеті. Оған әлемде 9 ұлттық ұйым кіреді. Ол ең үлкендері мысалы американдық ұйым бар, Джорк, австралиялық, жаңа зеландық мемлекеттердің стандарттары бар және еуропалық Чили, Монголия, Россияда кірген оған. Осындай 9 ұлттық ұйым бар, әлемде танылған. Ол жаңа криска тобына кіреді. Одан бөлек осы барлық 32 елден астам әлемдегі елдер өздерінің барлық осы есептерін, қорларын осы халықаралық стандартқа байланысты жасап отырады. Енді
Осы компаниялар кризисінің талабын орындау үшін өздерінің геологиялық және техникалық құжаттарының барлығын, есептамаларын жұртшылық алдында жария ету керек ашықтай. Оның себебі жаңағы банклер, емаса биржелер оны толыққанды жаңа тәуелсіз сарапшылардың жасалған есептері болғаннан кейін оны сеніммен қарап, оны қабылдайды. Әрине инвесторлардың да оның сенімдігі оған артады. Инвесторды көбірек тартуға оны мүмкіншілігі туады. Және барлау саласына ұзақ мерзімді инвестиция керек. Оның бәрін осы арқылы жұмыс істеп отырады. Сондықтан да осы 74-ші қадамның бастапқы міндеті ол инвестицияларды осы барлау жұмысына, өндіру жұмысына көптеп тарту. 74-ші акті осы біздің инвестициялар және даму министрлігі, геология және жер қойнауы пайдалану комитеті, КазРСИ, ПАНЕН 15-ші жылдары үлкен шаралар жүргіздік, соны қысқаша айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Уважаемые коллеги, согласно требованиям комитета КРИСКа, было подготовлено необходимые документы. Это, в первую очередь, это кодекс стандартов публичной отчетности, о результатах геологических работ, минеральных ресурсах, минеральных запасах, кодекс КАЗРСИ. Подготовлено кодекс профессиональной этики независимых экспертов, руководство по гармонизации стандартов, казахстанской стандарты с международным стандартом КРИСКа. Также было подготовлено порядок привлечения независимых экспертов, их порядок оплаты и их услуг. Вот эти документы полностью мы сдали комитет КРИСКа, они приняли это. В соответствии с требованием КРИСКа нами была создана ассоциация независимых публичной отчетности о результатах геологической работы в минеральных ресурсах и минеральных запасах, КАЗРСИ, кратко мы называем. И еще одно объединение, это ассоциация профессионального объединения независимых экспертов недропользования, это ПАНЕН. Два объединения созданы. 2015 года все исполнительные директора были назначены, и активно эту работу совместно мы провели ряд вопросов. Важным шагом у нас по переходу международных стандартов работа с КРИСКО, комитетом КРИСКО, было 3 ноября, как вы знаете, при поездке главы государства в Великобританию наш министр Исекешев и председатель комитета КРИСКа подписали протокол меморандум о взаимопонимании. Это нам дал новый положительный толчок, когда наши делегации ездили в Бразилию 3 декабря 2015 года. Там годовое общее собрание комитета КРИСКа рассмотрел, специально отведена была для Казахстана отдельная секция, и заслушаны все наши отчеты, где представлены все проекты кодекса, проекты всех этих подготовленных документов по ПАНЕНу. И эти вопросы полностью членами комитета КРИСКа одобрены и дано высокая оценка. В результате, значит, наравне с другими кандидатами, которые хотят вступить, страны, это как Китай, Индия, Аргентина, сегодня они тоже наравне с Казахстаном идет вступление в этой семействе КРИСКа, значит, мы получили положительную оценку. И тем самым комитетом КРИСКа было дано ряд замечаний. Это замечания мы совместно с КАЗРЦИ и ПАНЕНом быстро отработали. 23 декабря полностью 2015 года отправили семейство комитет КРИСКа повторно. Это документы полностью приняты, одобрены. И отправили заявку о вступлении полноправным членом КАЗРЦИ комитет КРИСКа. Эти документы тоже приняты. 27 ноября совместно АГМП мы провели первый семинар обучения с участием горнорудного сектора. Участвовали более 30 компаний, 100 специалистов, геологов и горных инженеров. Обсудили актуальные вопросы перехода международных стандартов вот это КРИСКа. В части углеводородного сырья это тоже очень актуальный вопрос, потому что нефтегазовый сектор является локомотивом экономики нашей страны, поэтому очень щепетильный этот вопрос мы рассматриваем. Есть подписаны меморандумы, которые совместно с ПРМС, которые признаны мировым сообществом,
А также создана целевая группа, которая детально разрабатывает дорожную карту, где с учетом мнений недропользователей, ассоциаций КазЭнерджи и ряд других организаций, которые заинтересованы в этом. Поэтому работа плодотворно проводится. Мы думаем, что 2016 год у нас предстоит провести главные вопросы. Это, в первую очередь, вступление КазЭрЦИ полноправным членом комитета КРИСКО. Заявка принята. Мы ожидаем в июне проводить специальную секцию в рамках форума, проводимых АММ-16, который в июне в Астане будет. Приглашение всем членам комитета разослали, они все подтвердили участие в Астане. Мы ожидаем в июне, что наш ассоциация КазЭрЦИ будет принята полноправным членом комитета, потому что все требования к риску мы на сегодняшний день 100% выполнили. Второй шаг – это реализация широкомасштабной обучения. Это очень важный вопрос. Мы необходимо обучить наших специалистов в комитете геологии и недропользования. Также должны недропользователи обучать, вузов, НИИ, и увеличить должны профессиональных экспертов, компетентных лиц. Для этого мы хотим организовать это такие обучения. Третьим очень важным шагом является панен, который создан. Самый главный вопрос, чтобы этот панен признавали национальные комитеты, которые в мире существует 9, они признавали это Джорг, СИМ и ряд других комитетов. В этом направлении панен сегодня работает, все необходимые документы им сдали. Мы совместно с этим комитетом сегодня проводим работу. Следующий вопрос, это важный вопрос, мы должны в этом году разработать кодекс перехода международных стандартов по углеводородному сырью. Сегодня это ряд консультантов мы привлекли, работаем. Это значит, мы в ближайшее время, в этом году мы этот кодекс разработаем по углеводородному сырью. Внедрение международной системы стандартов отчетов по запасам, это важным условием является это законодательное закрепление, которое предусмотрено Горным кодексом. Концепция Горного кодекса, как вы знаете, в 2015 году принята парламентом. Сегодня 2016 год, она идет разработка, создана рабочая группа, широкая масса сегодня участвует в разработке этого кодекса. Мы ожидаем, что мы получим до конца года кодекс, и где там четко будет прописаны все эти переходные этапы на международные стандарты в отчетности по запасам и ресурсах. Ожидаем, что после введения кодекса в 2017 году будем постепенно внедрять твердую полезную ископаемую, и с 2018 года будет внедрена уже углеводородная сырья. Членство КРИСКО будет способствовать не только росту инвестиционной привлекательности с нашей стороны, но и существенно облегчит продвижение казахстанских компаний на международном венчурном капитале. Данная стратегия приведет к прозрачности, эффективности, что в свою очередь даст импульс в развитии геологоразведочных отраслей. Таким образом, в результате внедрения 74-го шага мы получим, значит, увеличение числа казахстанских экспертов по аудиту публичной геологической отчетности о результатах и запасах. Это мы получим национальных аудиторов своих. Значит, это первый учет, который они зарегистрированы, должна быть в мировом бирже. Их фамилия должна признаваться нашими банками мировыми и биржами. Это самый главный вопрос, который мы своих национальных аудиторов будем уже в Казахстане иметь. Приток новых инвесторов в сфере недропользования и привлечение недропользователям Казахстана инвестиций на мировых рынках венчурного капитала, восполнение и прироста ресурсов и запасов полезных ископаемых за счет увеличения объема проведения геологоразведочной работы. Вот кратко, вот такие работы мы проводим. Назарларыңызға рахмет, сұрақ болса, жауап беруге дайынмын. Сізге көп рахмет, келесі сөз Сәуле Бахтиярқызыға беріледі. Всем здравствуйте. Я немножечко поясню, значит, чем занимается вновь созданная ассоциация КазЭрЦИ, которую вы тоже упомянули, и почему она была создана, для чего она нужна. Вот этот международный комитет КРИСКО, о котором говорилось, он, значит, состоит из членов организации –
представляющих разные страны, государства. И у этого комитета КРИСКА есть конкретные требования, которым должны соответствовать эти организации. То есть они не могут принять просто по желанию. У них есть требования, которым нужно соответствовать. И первое требование – это чтобы члены КРИСКА, вот эти организации, они были не государственными, не коммерческими, саморегулируемыми организациями, которые занимаются исключительно вопросами разработки и внедрения стандартов отчетности по результатам геологоразведочных работ, ресурсам и запасам. Это должно быть записано в уставе, и это должно отражаться в наименовании организации. Поэтому, несмотря на то, что в отрасли есть и другие ассоциации, вы их знаете, например, ассоциация горнодобывающих, горно-металлургических предприятий, ассоциации производственных геологоразведочных и так дальше, они не соответствуют уже по одному признаку, что у них виды деятельности более широкие. То есть наша ассоциация должна заниматься только стандартами. Это вот первое требование, которое, значит, было выполнено, такую ассоциацию сформировали. Вот. Теперь следующее требование для того, чтобы вступить в КРИСКА, в комитет, это чтобы были разработаны стандарты или кодекс стандартов, они называют, точно по шаблону КРИСКА. То есть шаблон КРИСКА – это тот самый стандарт, которому должны соответствовать и быть совместимыми с ним национальные стандарты. То есть в Казахстане мы должны были разработать такой кодекс стандартов, который по основным своим принципам совместим или, можно сказать, такой же, как стандарт КРИСКА. Основные требования эти были выполнены. Вот, значит, это что значит? Это значит, была принята классификация КРИСКА, значит, которая подразделяется на ресурсы и запасы. Классификация ресурсов конкретно делится там на три категории, например, это предполагаемые, исчисленные, измеренные. И степень вот этих ресурсов, которые, минеральных ресурсов и их категории определяются в зависимости от достоверности полученной геологической информации. Насколько более разведанный тот или иной объект, значит, тем более высокая категория выявленных ресурсов. Дальше запасы. То есть запасы теперь тоже подразделяются так, как требует стандарт КРИСКА, на две категории – вероятные и доказанные. Чтобы перевести минеральные ресурсы в минеральные запасы, нужно обязательно выполнить большой комплекс работ по анализу так называемых модифицирующих факторов, в которые входят все аспекты, которые влияют на жизнеспособность того или иного объекта недропользования. То есть какой-то участок – это потенциальное месторождение, насколько оно может быть действительно стать рентабельным проектом. Вот эти все аспекты – экономические, логистические, технологические, там, металлургические, социальные, экологические – все аспекты анализируются и определяется статус этого, значит, или категория этих ресурсов и перевод их в запасы. Дальше. В нашем кодексе, так же, как в кодексе КРИСКА, четко определено, кто это может делать. То есть это не просто должен быть какой-то специалист с дипломом, это должен быть специалист, который соответствует требованиям к компетентному лицу. То есть вот эта терминология «компетентное лицо» с большой буквой, жирным шрифтом, оно в кодексе прямо дано определение, кто может быть компетентным лицом. И это очень важно. Компетентным лицом может быть человек, обладающий, понятно, профессиональным образованием, более 5-летним опытом работы по конкретному генетическому типу орудинения. То есть именно, вот, вот допустим, если он по золоту, то по золоту, там, если по углю, по углю, и еще по разным генетическим типам этих видов минерального сырья, и по конкретным видам работ. То есть если это выполняется отчет о результатах геологоразведочных работ, то это должен быть специалист именно по этим видам работ. Если это уже идет оценка запасов, то специалист должен иметь опыт по оценке запасов. Очень высокие требования к компетентному лицу. И одно из важнейших – это то, что компетентное лицо должно быть членом независимой профессиональной организации. Вот эта профессиональная организация, в мире их большое количество, и требования к ним, значит, такие, что внутри вот этих профессиональных организаций должны действовать дисциплинарные меры, которые
значит, дисциплинарные меры и требования к компетенции своих членов и требования к профессиональному развитию своих членов. То есть каждый член профессионально, имеется в виду специалист, который зарегистрирован в профессиональной организации, он должен ежегодно повышать свою квалификацию и доказывать это ежегодно. Ну, в общем, высокие требования, которые сейчас мы вот пытаемся, значит, в этом направлении работать. Еще важное требование – значит, этого комитета КРИСКа, чтобы вот это члены КРИСКа не вносили никаких изменений в свои национальные кодексы стандартов без предварительного согласования в комитете. Поэтому они и называются международные. То есть в каждой стране член КРИСКа, ну, который присоединился к КРИСКа стандартам, прежде чем, значит, какие-то изменения вносить, обязательно нужно выносить на международный уровень, и чтобы это было принято всеми членами КРИСКа. Вот. И, соответственно, мы должны демонстрировать свою приверженность к деятельности КРИСКа и участвовать в ее деятельности. В частности, ежегодное собрание КРИСКа, на котором каждая сторона, каждый член рассказывает о том, что было сделано, ну, в общем, отчет о деятельности по своей стране. Достаточно серьезно. Значит, все это касается отчетности. Что такое публичная отчетность? К публичной отчетности, к которым применяются эти стандарты, относятся все отчеты любого вида, годовые, квартальные, информационные меморандумы, информация на сайтах, в газетах и так дальше, если она направлена на привлечение инвесторов. То есть самая главная задача вот этих стандартов – это обезопасить потенциальных инвесторов от фальсификации и мошенничества. Но вы знаете, что в практике были очень такие громкие процессы, когда намеренно вводили в заблуждение инвесторов, повышались акции, раздувались эти, и в итоге, значит, приводилось к разорению там многих компаний, в том числе инвесторов и так дальше. Чтобы обезопасить инвесторов от заблуждений, как раз вводятся вот эти стандарты во всем мире. Почему? Потому что горнодобывающая отрасль, она носит глобальный характер. Многие компании имеют активы в разных странах мира, и многие компании привлекают инвестиции со многих стран мира. Вот и наша теперь большая задача заключается в том, чтобы нашим компаниям, недропользователям, позволить привлекать вот эти инвестиции со всех площадок, которые возможны в мире, для своих проектов разведки и разработки месторождений. Значит, как правило, основные источники финансирования инвестиций – это биржи. Вот биржи, где венчурный капитал. И вот все биржи, какие только вам известны, в канадской, австралийской, лондонской, гонконгской, какие угодно, во всех биржах есть списки. Списки вот этих так называемых РОПО, то есть признанных организаций, которые имеют право подписывать отчеты для компаний, размещающих свои акции на этих биржах. И все эти биржи имеют список стандартов, по которым обязаны предоставлять отчетность компании-недропользователей. И вот эти стандарты, все стандарты КРИСКа в этом списке. И очень многие организации, члены КРИСКа тоже в этом, как называется, в этих списках. Наша задача, чтобы Казахстан вошел в эти списки. Хорошо, у нас есть своя казахстанская фондовая биржа, но мы должны быть открыты для инвесторов всего мира. Поэтому, значит, вот эта большая работа нам предстоит, мы ее будем делать. Вот. И следующий вопрос и требования комитета КРИСКа для того, чтобы мы вступили, это признание в стране. То есть стандарты КАЗРСИ должны быть признаны в стране двумя способами. Первое – законодательно, если это возможно, или, то есть можно и так, широкой профессиональной общественностью. Есть страны, члены КРИСКа, в которых законодательно не закреплены эти стандарты, но они признаются профессиональной общественностью и используются широко, потому что принимаются биржами, опять же. Вот. У нас и в обоих направлениях ведется работа. Вот то, что будет закреплено в кодексе о недрах и недропользовании, который должен вступить в силу там, значит, после Нового года, в 2017 году. Там будет уже закреплено, что отчетность должна предоставляться по стандартам КАЗРСИ.
Второе – это признание. Но то, что уже на этом этапе общественность наша профессионально признает, говорит тот факт, что сам проект кодекса разрабатывался не просто вот ассоциацией нашей, а разрабатывался большой целевой группой, которая была создана по приказу министра, и в нее вошли представители почти всех крупных компаний, недропользователей, консалтинговые фирмы, юридические компании и так дальше. То есть вот этот проект кодекса, в том числе иностранные консультанты, проект кодекса, он разрабатывался предприятиями отрасли. То есть каждый внес туда свое там видение, участвовал в обсуждении. И большой раздел, вот в частности по урану, который у нас добывается методом подземного щелачивания, этот раздел в кодексе КРИСКО отсутствует, но его разработали специалисты Казатомпрома, и он вошел в наш проект и был одобрен в комитете КРИСКО. То есть КРИСКО допускает вот эти вот дополнения, которые очень важны для страны, но при соблюдении основных принципов. Вот поэтому на данном этапе мы считаем, что мы готовы для того, чтобы вступать в КРИСКО. В июне, 14 июня у нас намечается собрание. Вот, 15-го на форуме ММ, значит, будет объявлено о присоединении Казахстана к международным стандартам и к Международному комитету КРИСКО. Самое важное теперь внедрение. Вот внедрение мы начинаем прежде всего с процесса подготовки компетентных лиц. То есть те специалисты, которые на сегодня в Казахстане есть, они будут очень хорошо, значит, ну, кстати, для них будут созданы условия для того, чтобы они повысили свою квалификацию и, значит, овладели вот этими стандартами. И, конечно, чтобы они стали членами профессиональной организации, которая тоже в Казахстане создана. Кроме того, они могут быть членами и зарубежных профессиональных организаций, это допускается. Главное, чтобы они были признаны вот мировым сообществом, КРИСКО и биржами. Я благодарю вас, Георгий Георгиевич, пожалуйста. Фактически то, что я могу сейчас сказать, это будет дополнением, поскольку Базатбай Канаевич и Сауле осветили все основные аспекты. Я хочу сказать, вот как представитель организации общественного объединения независимых экспертов Недерпанен, что в целом для Казахстана тема не новая, поскольку в последние десятилетия достаточно активно крупные недропользователи, уже пользуясь услугами зарубежных консалтинговых компаний, подготавливали публичные отчеты, и, соответственно, и менеджмент, и ведущие специалисты, они в первую очередь уже понимают, в чем преимущество таких отчетов и как происходят все эти процедуры. Но, во-первых, что новым является для нас в таких общественных объединениях, это то, что это действительно все общественная работа. Как и во всем мире, аналогичные объединения – это профессионалы, которые трудятся в различных компаниях, отраслевых, геологических, горно-металлургических, и одновременно присутствует в качестве экспертов в подобных объединениях. Никто из них заработную плату не получает за такую работу. Максимум, что происходит, это технический секретарь соответствующей организации и бухгалтер, которые ведут определенную операционную деятельность. Все остальное делается на, так скажем, стимулирующих началах, для того, чтобы была действительно независимость максимальная и стимулы к повышению своего статуса профессионального. Если мы имеем сейчас, ну, возьмем за 100% всех, весь инженерный корпус мировой специалистов геологического и горно-металлургического профиля, порядка 20% из них вовлечены в профессиональные подобные объединения. Но из этих 20%, в свою очередь, только первые проценты являются компетентными лицами, поскольку требования очень высокие. И, допустим, работая вот последние десятилетия, в том числе с ведущими мировыми компаниями, можно сказать, что мы их почти всех знаем лично, потому что экспертов, которым доверено подписывать отчеты для любых бирж, существующих в мире, фондовых бирж, их, в общем-то, единицы.
Безусловно, что вот в рамках нашей профессиональной организации мы начнем с того, что будем выпускать такие отчеты, в первую очередь, для казахстанских инвесторов, для казахстанской фондовой биржи, с которой сейчас проект меморандума подписан о взаимодействии. И наше вхождение в мировой рынок фондовый, безусловно, будет постепенным. Но поскольку уже сложилась такая практика, что те мировые консалтинговые компании, которые приходят в Казахстан и выполняют оценки наших месторождений для наших недропользователей, они уже давно привлекают ведущих наших специалистов для совместной работы, потому что никто не исключает и не может что-то сказать против того, что специалист, казахстанский геолог или казахстанский горный инженер, лучше знает специфику своих месторождений, геологии Казахстана, чем любой зарубежный специалист. Поэтому вот на основе таких взаимно дополняющих взаимосвязей и дальше этот процесс будет протекать гораздо активней после вхождения Казахстана в Карьерско, поскольку получит признание и наша организация Казахси ИПАНЕН, и, соответственно, специалисты. И очень важным элементом является вообще сама система, существующая в этих профессиональных организациях, которая ориентирована на очень интенсивное по сравнению с существующим сегодня повышение квалификации и стимуляцию к повышению квалификации. Потому что в рамках профессиональных организаций ИПАНЕН тоже присутствуют 4 категории. Начиная со студентов, который может быть членом профессиональной организации, и вырасти затем до младшего члена, затем ассоциированный член и действительный член. Разница между ними очень большая, потому что, чтобы подняться до действительного члена, из которых именно и происходят потом компетентные лица, это уже нужно иметь, естественно, высшее профессиональное образование и опыт работы в отрасли более 20 лет, причем 10 из этих 20 лет на ответственных ведущих позициях. И, кроме всего прочего, подкрепленная уже, так скажем, базой тех документов, тех отчетов, которые выполнены и утверждены хотя бы по внутреннему нашему стандарту ГКЗ. Адильхан Элемесов, Казрадио, известно, что в Казахстане и раньше были профессиональные общественные объединения, да? И вот мне бы хотелось узнать, зачем создавать новые? Спасибо. То объединение, которое сегодня создано уже, оно, во-первых, создано на совершенно других принципах. Оно создано по стандартам Крецка, по международным стандартам, где существуют четкие правила, регламентация. Существует кодекс этики, но считается в мировой практике следующее. Кто исключен из состава профессиональной организации любой страны, как нарушивший этический кодекс, тот практически должен уйти из профессии. Но в наших объединениях такого кодекса нет, таких требований нет. Это, так скажем, дисциплинарный стимул. И второй момент. В наших объединениях реально не предусмотрена такая система повышения квалификации. Я в плане дополнения, поскольку вопрос касается именно почему, в ПАНЕН разработано и согласовано с Корейской отдельно руководство по повышению квалификации, где предусмотрено очень жесткая бальная система ежегодной оценки. Если специалист не участвует в обучающих программах, в семинарах, не выступает в прессе, не участвует в конференциях во внутренних, международных, не публикует статьи и так далее,
он не набирает баллы и исключается из членов ПАНЭН. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, к нам по 7 видеоконференц-связи вышел на связь, вышел город Петропавловск. Пожалуйста, Петропавловск, вам слово. Здравствуйте. У нас такой вопрос. С учетом мировых экономических изменений, не создаст ли переход на международные стандарты КРИРСКА проблем для недропользователей? Спасибо. Действительно, именно цель перехода на международные стандарты – это, в первую очередь, привлечение инвестиций в Казахстан. Я думаю, что никаких проблем не будет создаваться, потому что раньше наши недропользователи, крупные компании, вот Георгий Григорьевич в своем выступлении сказал, что они уже делали эти отчеты, потому что им надо листинговаться на IPO, получить кредиты в банках, а они требования именно переход международных стандартов именно требует, чтобы отчеты составлялись по этим стандартам. Поэтому недропользование не будет никаких проблем, а наоборот, именно инвесторов возникает уверенность инвестиций, потому что геологоразведка требует очень большие затраты и высокорискованный вид деятельности. Поэтому необходимо этим стандартам адаптироваться, упрощать все эти процедуры. Спасибо. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, на этом, к сожалению, время нашей работы подошло к концу. Я благодарю вас всех за активное участие, а также особо благодарю наших гостей. До скорых встреч.